Кать, смотри, бабушка тебе подарила куклу, которая писает и пьет. Смотри, давай ей будем давать водичку. Так вот берешь, да? Вот так. Мама чуть-чуть промахнулась, да. Напои. Папа. Можешь ее поить. Вода, да. Думаешь? Может, еще пусть попьет? Нет. Вот, она попьет, теперь она писать хочет. Я тоже. Смотри, пописала как мало. Папа. Кать. Папа, папа. Кать, нажимай, она будет писать. А, еще пусть попьет, да? Мало пописала. Еще пусть попьет. Пусть еще попьет, зай. Тут мало писи. Давай, пусть попьет. Нажимай на живот. Хорошая девочка, да? Пусть пьет. Папа. Погоди, скажи, хорошая. Папа, а где еще? Папа, папа. Да, Габи. А где еще, папа? Кукла? Нет. Дай ей еще попить, Кать. Пусть пописывает, хорошо. Давай. Да? Нажимай на живот ей. Вот так сделай. Не, ну а голову мыть она не просила вообще. Смотри, теперь куколка пописала, да? Пописала. Да. Пипи. Смотри. Не. Написала. Писала. Видишь, мокрая попа у нее написала. Ой, это фу, это писала. Помыть надо, думаешь? Скажи, писалась? Да, это пипи. Вот так. Ну что, дай попить, она еще пописит. Папа, папа. Да, Катя. А где еще? Расскажи папе, что кукла пописала. Давай, попить. А, нет. Давай. Пусть пьет. Все? Будет кукла писать теперь? Давай, нажимай. Не, а давай топал. Смотри, Катя. Писит. Надо помыть теперь, да, Катя? Теперь моем, моем мы. Конечно. Да, Катя. А где ее? Правильно. Уринотерапия. Папа. Да, Катя. Где ее?